Всем привет, с вами Роман, мы записываем шестую серию прохождения Европа Универсалис. Теперь уже за Англию, из-за того косячного сохранения. Так, сначала посмотрим, что у нас в мире происходит. Потерян повод для войны. Кто? Московия. Имеет претензии на Крым почти полностью. Тверь, Рязань. У них союзники, да, они в союзниках, пока не завоевали. Османская империя тоже союзниками оброслась. Но тут они потеряли влияние, а Алжир один остался. Триполи, союзники. Алжир, если напасть на них, они втянут этих. Пока покой оставят. О державе Эфиопия протектор, так что ли. Ага, понятно, значит, мамелюки захватили Эфиопию и создали протекторат. Ну, фактически, как вот здесь вот. И фиг, что с ним сделаешь, вроде как союзники, ни туда и ни сюда. Мануфактуры построим, где возможно. Так, где-то еще можно построить по берегу. Храмы, чтобы доход нам больше был. Я думаю, попробовать с Францией сейчас чуть-чуть зарубиться. Потому что Францию надо допиливать. Чтобы не, вообще не могла потом воевать с нами. Что у них тут происходит? Воюют с Бургундией, по-моему, которой не было до этого. Скорее всего, как отсоединились от них. Какое-то восстание, как обычно. Пока союзники у них. Венеция, Неаполь. Связываться с ними неохота. Ладно, пусть пока воюют. Арагон. Так. Тентак, Колониал Вентер. Это... Что это значит? Оверлорд. Походу у него тоже где-то колонии какие-то есть. Где-то он тут вот. Так, дипломаты. Так, тут аннексия идет. У нас взаимоотношения улучшены. Передача королю полномочий лидеров в делах церкви. Но это еще лет на 40 делов. Быстрее будет так заграбаспать. Заодно с Ганзой повоевать успеем. Так, попробуем сейчас здесь провернуть все это дело. Получится, нет. Так, династия. Ага, ну мы же вот контролируем точно. Святой престол. Так. Теперь можем отлучить от церкви кого-нибудь, призвать к крестовому походу, может, тех турков. Вряд ли кто пойдет. В Европе сейчас у самих реформация, тудым-сюдым набирает обороты пока только. В Бадене, в Швейцарии. Скоро расползется по всем этим. Сильно долго. 555 месяцев ждать.
Да. Тут еще восстанет скоро, может быть. А, ну, то есть можно ее даровать свободу. А потом с ними опять что-то воевать, чтобы колонизировать, завассалить. Гемор какой-то появился. Зато более реалистично. Теперь. Попробую сейчас кого-нибудь из этих вот захапать. Был плацдарм. Против повстанческих этих войск, которые тут появятся. По-любому будут. С восставшими разобраться. Можно было, конечно, кому-нибудь из них войну объявить, но пока тут. И тут превышенный, и там сверхрасширение сильно большое. Все равно где-то появилось. Здесь, может. Там здесь шкуры. Рыба. Зерно в Африке, скорее всего, появилось. Ну, рубайте, давай. Ну, блин, с каким-то туземцем справиться не могут. Так, что нам здесь-то надо? А, строится храм. Ну, до 14 года еще все идет. Минимум. А в Африке, походу, они не будут отсоединяться. Протектораты, свободные колонии, тому подобное. Но сфабрикованы претензии. И было войско какое-нибудь набрать. А, то есть перемит сейчас появился. Можно его. Так, на. Так, 6 пехоты будет. 2 пушки и 2 конницы каждый. Так. Так. Так, закончится война, попробовать получится. Так, а что у нас не хватает? Расстояние между границами. Было бы что-нибудь тут рядом, вот, Ганзу. Захапать. Византия, гражданская война, там воевать-то негде. Одна провинция осталась. А, тут соединение с морем, наверное, нет. Или есть? Есть. Это до 19-го года будет. Началось. Националисты всякие. Вот сюда перегоним, чтоб высадиться, потом можно было нормально.
Надо дождаться хотя бы пока что-нибудь. До 14-го года ждать придется. Понял, значит, тогда я сейчас промотаю все это дело быстренько. Что у вас тайны? Так, я отмотал время вперед. У нас почти закончилось. Национализация, это что можно будет объявить уже войну нормально. Во Франции тут началась религиозная война за это время. В Дании тоже. Там все окрасилось. Почти. Так, здесь. Что, здесь я объявил на них крестовый поход. Сейчас жду, пока закончится перемирие. И можно будет уже спокойно захапать, что от них осталось. Еще и бонусы получить. Ну, во Франции пока резня идет. Туда вторгнуться. Тут надо уже Шотландию-то зарубать. Так, жмем сюда. Вот. А, кстати, вот здесь начал смену культуры сразу. Так. А, это выборы правителя в этой, в колониальной автономии. Вот это, кстати, за нами осталось, походу. Будет, если что, откуда выбивать мятежников потом. Так. Улучшил дипломатическую технологию на одно очко за это время. Сейчас. Улучшить. Военную. Сможем прокачать сразу. Наших пехотинцев. Конницу. Черные рейтары появились. И пушки, наконец. О. Ну, сильно долго, сильно долго. Когда административные технологии доберут 10 очков, здесь должны появиться всевозможные решения, чтобы улучшить скорость смены религии. Опа, а куда у нас минус, минус? А, ну да. Поддерживаем мятежников. Здесь, во Франции. По-моему, там без нас сейчас. О, даже все равно деньги в плюсе. Но закончилась поддержка. Что? Не восстановилось еще это самое. Эх, блин. А он даже так их зарубил нафиг. У них 10 тысяч войск осталось. Как раз сейчас соберем. Ты тут. Если их завоссалить, то я думаю. И захватить вот эту вот. Вот из-за расстояния я не могу вот этого вассала сделать, походу. Здесь где-то перемирие было. Ну, отлично. Так, ну, объявил войну. Так, крестовый поход. А какие бонусы-то нам это дает, интересно? Написано, что должны быть бонусы. Ладно. Ну вот, в принципе, все, что от них осталось, скоро зарубим. Состоятельность колонии. О, отлично. А, вот, крестовый поход.
Активирован модификатор. Доход от навыков плюс 10%. Боевой дух армии плюс 10%. Число рекрутов плюс 30%. Изменение в престиже за год плюс 1. Изменение влияния на папу за плюс 2. Так, сразу отправить их в малую карру. Вот зерно. Ну, значит, золото здесь. Прижал Гингао, наш верный союзник с помощью. Гарское завоевание, провинция Ретень против Франции, Уверн, Бурбон, Бургундия, Фуа, Генуя, Неаполь, Венеция. Это самое. Надо посмотреть, может, не все так плохо, как кажется. Ага. Все очень плохо. Отклонить. С половиной Европы воевать сейчас не собираюсь. Хотя... Тут все равно фиг узнает, как выйдет. Тут так две войны уже идет. За всеми гоняться. Тут он тоже хоп. Что из этого будет? Ну все, должен добить. Думаю, не получится. У нас стрелковое это оружие появилось. Ну, рейтары-то, по идее, они со стрелковым оружием, блин. Да. Да, и это тоже. А у них, наверное... Да, у них еще не появилось, походу, стрелкового оружия. Так. Еще одна самостоятельность колонии была. Сейчас мы... Не видим уже наши. Можно начать там создать небольшую армию, которая будет исследовать Южную Африку. Опа. Куда они добрались? В Литве уже началось. Религиозное. Не пойми, что. Смотри, что творится. Скоро это да, сюда доползет. Хотя. Как говорится. Что-то рандомно постоянно. Может и не дойти. Кто его знает, что там. Компьютеров в голову взбредет. Вот. Аннексировали наконец-то. Так. Во. Наши кардиналы 3 из 7. Если сейчас что вот это туда протекнется, выбить бы их всех оттуда пока. Там, в принципе, с реформой церкви видно будет. Может, к нам все это переберется, вся эта коллегия. Так. Чуть-чуть не хватило, ну ладно. Будет видно там по ходу дела. Блин, надо от Франции кусок урвать. Пока не воюют еще. Хотя он не сможет, у него народу там сильно мало. Пусть тут сидит. Она у нас есть повод войны убить. Поводов дофигища. Так, столица ихняя. Вот она. Отлично. Ну, давайте. Захватывайте ее. У
Умирает наследник трона. Зашибись. А этому 61 год еще. Да что будет? Этот загнется. Передастся власть какому-нибудь. Блин. С кем-то у нас. Он Бремену какому-нибудь. Нифига ему счастье привалит. О, контролируем 4 из 7. Они походу вот так вот, а по очереди вверх идут. Скорее всего. Ну, осада завершена, отлично. Сможем мы с ним чем-то договориться. Ну, у вас сам не будет. И это тоже не хотит. Сволочь такая. Придется тут воевать, если его заманить в ловушку. Отлично, идет. Тут-то его и встречу. Давай, опа, вот так. А полное присоединение, наверное, нам сколько бесчестия даст вместе. 34% расширения, на Алжир пофиг. Вместе с этим Сангаями, с Триполитаниями. Так. В принципе, можно, можно, можно. Отлично. Опа. Чё, я ж смотрел, 30% там же было. Ну да ладно, сейчас вот эти добьются. Крестовый поход закончился. Еще и повстанческие настроения. Он же все, что мы успели завоевать, сейчас не развалилось нафиг. Так, опа, что у нас? Торговцы откуда-то изгнали. Вот, надо отсюда. Отлично, блин, такое время в Англии настучать по всему, что можно. У вас еще сверхрасширение сильно большое. Так, если выделить его как вассала, но у нас тут... У него он уже потерял половину корок. Да, можно... Что вот это заканчивается. Проще, наверное, будет подождать. Может, они хоть сильнее выдохнутся за это время. Новый город. Пусть больше денег будет. Крит, Саксония, Венгрия, Польша, Пермь. Я что насчет Крита? О, ничейный, считай. Может, сейчас производим то, что Англия и производила в свое время. Лезем везде, где только можно, во все, что только можно. Блин. Ладно. Повод найдем. Они всегда находили. Чтобы влезти в каждую бочку. Ну, давай, давай, давай. Отлично. Ну чё, мне тут чуть-чуть осталось. Давай быстрее. Бомка кораблестроения.
Так, ну... Так, ну ладно, сейчас что-то... Может... Команду еще будет способность к осаде. Еще 5 очков. Ну вот да, че колон, хе, карабрин, карабин, фиг поймешь. А. Это походу. Так. Ну это не крит, это какой-то флаг делает. Походу какая-то освободившаяся португальская колония в Америке выдвинула своего претендента. Во. Ладно, будем ждать. Долго-долго уже 100% тут набралось. Восстание, берберы какие-то. Даже не успели восстать, их тут же всех забили. Так. Вот опять какие-то постачинские настроения. Ну, сильно большое сверхрасширение. Повезло, что не началось ползти. По всей стране расползаться. Эти претенденты и тому подобные. Я полное присоединение сейчас не потяну. Пусть будет вассал. Отлично. И Шотландию тут даже. А смена религии? У них какая религия вообще? А у нас она распространилась, нет? У нас еще все держится по-старому. Так что... Вассалы, смена религии. Жмем, окей. Так. Так, ну думаю, на этом все. Подходит уже к 30 минутам серия. А это значит, что будет закидываться опять полдня. Но у меня-то будет полночи закидываться. Что даже утром придется подождать. Так что глянем напоследок, что у нас в мире творится. И тут все по-старому. Московия. Также пока. Ну, потеряла корки на Крым, но Рязань с Тверью, походу, пока еще не завоевала. Так что у нас задание, но выберем его в следующий раз. Ладно, всем пока.